Привет, с вами Ляша Няша, и сегодня я вам хочу показать то, что долгожданное. Наконец-то мне купили. Это юбочка из фетра. Посмотрите. И, кстати, я хочу сейчас вам... Кстати, еще вот такая новая футболочка. Футболочка. Написано «Я принцесса, что хочу, что и делаю». Так, и я хочу вам сказать про то, что я запускаю рубрику «Вызов принят». Если вы будете мне писать, если вы будете мне писать в комментариях, либо в комментариях еще раз, либо у меня на странице в Инстаграме, вот можете... Вот это вот не замечать. Либо ВКонтакте. Либо ВКонтакте. Можете мне туда писать вызовы. Я буду их выполнять. И, кстати, я хочу вам рассказать, сказать то, что мне кажется, про Новый год хочу сказать. То, что... Пишите, кстати, в комментариях, кем вы будете на Новый год. Я, например, на Новый год буду принцессой, но никто не будет такой принцессой, как я. Потому что все будут в платьях, а я буду в этой футболочке, в юбочке из фетры, и у меня будет ободочек, и на нем вот такая маленькая короночка. Это будет красиво, очень мне нравится. И мне кажется, что мы с под... Я... Самая красивая девочка в классе. Простите, моя подруга Ангелина тоже самая красивая девочка в классе. Мы с ней две самые красивые девочки в классе. Почему я так взяла? Потому что еще ни разу никто никогда не влюблялся в других девочек, кроме нас с Ангелиной. А с вами была Юляша Няша. Всем баю-баюшки-баю.